дождливая пора очей очарования, друзья мои. Меня зовут Дмитрий, это канал «Вместе к успеху мечты». Каждый день мы занимаемся зарядкой, каждый день мы прыгаем, бегаем, прокачиваем свои умственные возможности, свои физические возможности, становимся лучше, успешнее и счастливее, друзья мои. Это просто супер, это потрясно. Сегодня суббота, самая крутейшая суббота, первый выходной день, друзья мои, первый выходной день в неделе. Ощущения потрясные, максимально позитивные. Немножечко дождик моросит. Я сейчас возле озера иду. Смотрите, вот там вот все видно, не видно, как он моросит, наверное, видно. Возможно, всего, скорее всего, видно. Сейчас буквально мы пробежимся. Ну, я уже пробежал, сейчас мы еще тут позанимаемся и сразу же я к вам вернусь. И суперская тема будет сегодня. Счастливое счастье. Вот какая сегодня счастливое счастье, друзья мои. Не переключайте важную информацию, поэтому срочно-срочно дождитесь нашей темы. А я сейчас занимаюсь. Поехали. Сегодня суббота, выходной день. Хоть и ветер дует немного, хоть и дождливо моросит, такой противный, моросящий такой дождь. То есть, если говорить на языке обычных людей, но мы с вами не обычные люди, поэтому у природы нет плохой погоды. И даже вот это вот состояние, это просто потрясное. Ощущение просто потрясное. Супер, я сейчас покажу, как обычно покажу что-нибудь интересное. Смотрите, как красиво стоят мелкие такие ели сосны, да. Вот дождик опять что-то свет ветром сгоняет. Супер. В такую погоду хочется быть больше на природе, друзья мои, не сидеть, укутавшись там у себя дома в пледе, да, с горячей чашкой чая, либо кофе, смотрев какой-нибудь там сериальный сериал, да, а конкретно выходить на природу и ощущать вот эту вот силу природы, которая проявляется в любой погоде, вот ее силу, ее гармонию, ее единство, и чувствовать частичку вот этого всего внутри себя. Это просто потрясно, это очень круто. Такие вот ощущения, они очень важны для нас с вами, чтобы быть здоровым, чтобы быть максимально счастливым и целеустремленным. Вот, мы подбираемся к нашей теме сегодняшней. Счастливое счастье, друзья мои. Наша тема — счастливое счастье. Что может быть счастливее счастья, друзья мои? Что может быть счастливее счастья? В том-то и дело. Счастье, друзья мои. Счастье может быть счастливее счастья. Представляете? Настолько это сильная эмоция, настолько она глубокая, настолько она превосходная, лучезарная, что просто хочется ее ощущать беспрерывно, то есть постоянно ей хочется ощущать вот эту эмоцию и увеличивая ее в себе, в своем сердце, в своей душе. Как нам это сделать? Как нам ощутить максимальное счастье? Как? Ну, как максимальное? Для каждого свой уровень максимальности, да? Смотрите. Какая красота. Вот снега нету, да, а идет дождь. И вот как все красиво здесь растет. Как будто, скажем так, сентябрьский дождик, да? Сентябрьский дождик прошел. Хотя уже конец ноября.
Вот-вот уже и зима настанет, да? Зима, представляете? Зима, зимняя зима, а природа сдаваться вообще не спешит. И не факт, что она и к весне сдастся, а мне кажется, когда было здесь, так все и будет расти постоянно и беспрерывно. И даже снег, ну не считая там огромные сугробы, с другой стороны снег укутывает, да, снег укутывает, делает шубу такую, где растениям не мешает ветер сильный, да, и происходит адаптация за счет того, что немножко холодно, снег, который возле почвы, он подтаивает и питает землю, соответственно, она выдает нам такую красоту, только вот уже под снегом спрятана, а потом все вылезет в лицо. Вот, а как стать счастливее, как стать максимально счастливее? Мы каждый день испытываем десятки тысяч мыслей, испытываем постоянно эмоции испытываем, там, ну не знаю, может эмоции там меньше, конечно же, чем мысли, вот. Но эмоции эти непрерывно связаны с нашими мыслями, то есть мы думаем что-то, и благодаря нашим мыслям у нас возникает какая-то эмоция. И в зависимости от наших мыслей напрямую зависит наша эмоция, то есть это реакция на нашу мысль, понимаете, то есть реакции на внешние факторы, то есть на внешнюю ситуацию. И, ну, внешняя ситуация, скажем так, мы меньше всего внутренне, как бы так сказать, на внешнюю ситуацию мы меньше реагируем, чем на мысли, которые возникают у нас спонтанно вот здесь, либо от какой-то внешней ситуации. В основном идет реакция чувственная на наши мысли. И вот здесь очень важный момент, что мысли нужно контролировать, научиться контролировать мысли, то, что мы думаем. Это очень важно. Возникла какая-то ситуация и появляется относительно этой ситуации по нашей с вами парадигме, старая еще, да, которая никак не хочет уходить, но она потихонечку отдаляется от нас, правильно? Вот. И возникают мысли благодаря нашей, исходя из нашей старой парадигмы. И здесь очень важный момент споймать себя на этой мысли и подумать, ага, какая это мысль? Хорошая или плохая? К чему она приведет? К хорошему или плохому? Потому что хорошие мысли они приводят к хорошему, плохие мысли приводят к плохому. Поэтому контролировать свои мысли мы почувствовали, мы подумали, опа, и не дали ни в коем случае чувствам разгореться. А мы сразу начали включать анализ, и если эта мысль отличная, суперская, можно давать полностью чувствам нараспашку, ощущать вот это вот счастье максимально. А если мысль негативная в своем фундаменте, несет негативную составляющую, да, не важно, что это за мысль, да, если это не позитивная мысль, то все, сразу мы начинаем искать в нее хорошие стороны. И опять-таки, найдя хорошие стороны, мы начинаем испытывать эмоции. Хорошие эмоции благодаря хорошим сторонам. Вот я вот что это вот за трава такая? Кто знает, напишите в комментариях, потому что она такая мелкая. Меленькая. Я вот сейчас приближаю, вот оно не приближает. Вот так вот, ну, не фокусируется, в общем-то. Но на самом деле очень мелкая, видите? Вот. Что-то за фокус куда-то ушел. Не знаю, видно меня, не видно. Вот, друзья мои, поэтому мысли, они очень материальны, понимаете? Сейчас, секунду. Сейчас все-таки я попробую нажать стоп. Вот, теперь хорошо. А то фокус куда-то ушел, включился ручной, непонятно. Видно меня было, не видно. Ну, увидим, что это будет. Вот. И мысли, поддержанные нашими эмоциями, они гораздо сильнее эффект дают в материальности. То есть они материализуются гораздо быстрее, нежели мысли, не поддержанные нашими эмоциями, понимаете? И это очень важно в нашем с вами будущем, контролировать выделяемые нас мысли, то есть то, что мы думаем.
Мы контролируем то, что мы думаем, мы умножаем то, что мы думаем, контролируем, умножаем, если это хорошее, мы умножаем, если это плохое, мы просто опа-опа-опа ищем хорошие чувства. И если мы не находим хороших каких-то сторон в этой отрицательной мысли, значит, мы ее просто, как бы, знаете, отфильтровываем. Отфильтровываем, потому что у нас разум всегда отфильтровывает то, что нам надо. Вот. Мы ее отфильтровываем и начинаем что-то другое думать. То есть, если мы не находим решение, не находим сразу, то есть, может, какая-то сторонняя мысль, которая нас вообще не касается. А мы вот о ней подумали и ну, пример, допустим, вот, какая-то трагедия, там, погибнет человек, допустим, да, все, ой, трагедия ужасная, но на самом деле, каждый день это цепочка такая. Миллионы рождаются, миллионы умирают. Это, скажем так, ход вещей такой, ход событий, ход нашей с вами жизни. Просто на чем мы концентрируемся. Вот что важно. Для нас самих важно не то, что происходит вокруг, а то, на чем мы концентрируемся. И вот то, на чем мы концентрируемся, мы это к себе притягиваем. Начинаем концентрироваться на счастье и становимся счастливее, понимаете? И настроение поднимается, здоровье наше поднимается, очищение происходит. То есть вот эти все позитивные качества, они в нас увеличиваются, когда мы начинаем концентрироваться на позитивном, на хорошем, не на плохом. Вот. Поэтому, друзья, сегодня максимально попробуйте проконцентрироваться на счастье, проконцентрироваться на самых счастливых моментах вашей жизни, если у вас, если внешних факторов как-то не хватает для вам для счастья, да, попробуйте вспомнить самые счастливые моменты вашей жизни, ощутить снова это счастье, попробуйте представить будущее вашей жизни, самое счастливое будущее, и внутри тоже ощутите вот это вот счастье, непревзойденность вас, вашего нутра, каким вы стали, то есть уже настоящее, настоящее очень важно. Ну и пишите цели, пишите, визуализируйте, представляйте, ощущайте счастье, и пускай с вами в этот день случится что-нибудь шикарное. Что-нибудь шикарное пускай с вами произойдет. И пускай это будет самый лучший день в вашей жизни, друзья мои. Я с вами обращаюсь. Это мой Дмитрий, канал «Мистик. Успех. Мечты». И встретимся мы завтра в воскресный день, друзья мои. Пока-пока.